В последнее время поступают запросы от компаний, которые находятся в регионах, которые предлагали товары, импортируемые из-за рубежа, и в какой-то момент времени товар не пошел, или же поставщик ушел с рынка. Достаточное количество обращений, когда заказчик просит нас подобрать компанию, которая могла бы привозить товары, продукты на заявленный рынок. Компании умеют продавать, у них даже у многих есть свои системы продаж, в том числе и через интернет, и они хотят найти нового поставщика. Суть обращения. Выполняем ли мы такую работу? Да, выполняем. От вас необходимо понимание того, что вы хотите, какой продукт, какую компанию, из какой страны. Может быть,